верные люди сообщают, что приближается гроза. Дни императрицы Елизаветы сочтены. Теперь у российского престола есть два наследника. Великий князь Петр Федорович. Мы завоюем весь мир. И великая княжна Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, братцы! Россия не мешок с картошкой. Не всякая спина сдюжит. А то симпатии при дворе разделились. Есть люди, которые поддерживают Петра Федоровича. Петр последний из Романовых. Престол наследия — это тебе не царские бирюльки. Но есть те, кто хочет посадить на русский трон маленького Павла. Я Апраксин Степан Федорович. При регенстве Екатерине Алексеевне. Наш скоро императрица будет. А ты император. Казнить его. А Петр не император в любом случае. Это подарок моему другу Фридриху. Мой муж Петр любит врагов России. Это раз. Новую форму получили? Старую сжечь. Будет бунт. Бегом за мной! Бегом! Он не любит меня. Это два. Ты замышляла против меня. Если бы вы проявляли меньше интерес к фрейлинам, вы бы знали, что вины на мне нет. Вина ваша пока не доказана. Какой итог? Ему не быть императором. России не быть провинцией Пруссии, равно как и марионеткой в руках других любителей политических забав. Просто они еще этого не знают. Позвольте вам представить, граф Станислав Понятовский. Вы тоже хотите стать владыкой мира? Можете располагать мной, как заблагорассудится. Но ведь это очень опасно. Мне нужно тебе лишь одно твое признание. Либо ты лжец, либо ты мой. Мы могли бы влиять на их отношения. Среди женщин не может быть дружбы, одно лишь соперничество. Это не дружба, это сделка. Только расчет. Иначе вы проиграете. Те, кто доверялись Бестужеву, уже сидят. Ты друзей своих предала. Ты и меня предашь. А теперь нас повесят. Здесь написано, что я являюсь законной женой императора и матерью наследника престола. А следовательно, могу занимать место согласно своему статусу и положению. Кто-то хочет меня поправить? Садитесь.